Вот пошла запись. Чайная Корея. Давай. Собственно, и все. Удачных съемок. Уважаемые зрители, прошу минуточку, внимание! Спасибо! С той стороны, если стоять, лучше видно! С той стороны лучше видно! Поэтому я даже не могла, я даже не могла. С этой стороны, видно. Ну что, взял? Я понимаю, что ко мне, прекрасная Фатима. Я дам тебе все, что захочешь. Вот мама моя и брат мой, достойный Али-Баба. Бедная девочка, что с тобой? Твои глаза наполнены слезами, как море во время шторма. Что
случилось с тобой? Может, не бурдюки нужны тебе? Даже не знаю, как быть. Садись, выпей чаю. Да-да, чаю. И расскажи нам все. Кто ты, откуда? Родом я из прекрасного города Тирай-Талах, что к югу от этих мест. Отец мой богатый купец и создатель страшного и могучего пороха. Он снарядил большой караван, и мы отправились в ваши края, чтобы торговать. Но недалеко от этих мест на нас напали разбойники. Всех убили, и торговцев, и слуг, и животных. Мы сопротивлялись как могли, но они убили всех. Ах, как я виновата, если бы я не сказала, что мой отец знает секрет пороха. Они взяли нас в плен, посадили моего бедного отца в пещеру, а меня отправили в ваш город за бурдюками для воды, чтобы мой отец заполнил их порохом. И тогда они оставят город без воды, они собираются разрушить дамбу. Но мне так хочется, чтобы мой отец остался жив. О, Боря, Боря нам всем! Ах, Фатима, как жаль на тебя! Об этих разбойниках уже очень давно ходят страшные слухи. Неужели твой отец ради спасения своей жизни готов уничтожить разбойников? Нет, когда я уходил, он кричал. Нет, не возвращайся, я уже умру. И мы откроем разбойникам тайну пороха. О, горе мое бесконечное, что мне делать, я не знаю. Бедная, останься здесь. Стань госпожой в моем доме, у Луналихта. Пусть твой прекрасный образ озаряет мой дом. А бедного твоего отца пусть уже ничто не сможет спасти. Останься, свет очей моих. Почему так одиноко? Потеряла я отца. Мне осталась лишь дорога, без начала и конца. Что для девушки важнее? Долг на свет или честь? Или то, что рядом с ней муж, как он не рядом с ней? Здесь на том, что пришла. За его жизнь. Бредит, вспоминает жену и детей. Приезжайте как можно быстрее. В Индию караваны ходят почти каждый день. Как прибудете в Ахмадабад, идите прямо к Радже. Делаем все возможное для сохранения его жизни. Чует мое сердце, жив он, 20 лет жду его. Касым, сынок, собирайся скорее в путь. Нужно доставить отца домой. Ну что, маме, матушка, как же я могу ехать? Кто за лапкой-то присмотрит? И вообще, Фатима вряд ли отпустит. Да-да, не отпущу. Позвольте мне, матушка, отправиться на поиски моего отца. Да-да, конечно. Бери коня и путь. Моего коня? Ну не пешком же идти ему. Маменька, а как я узнаю, что он мой отец? Вот песня. Это семейная реликвия. У твоего отца должен быть такой же. Товаров привези. Да-да, товаров, побольше. Письмо к моим родным для вас. Жив ли кто-нибудь из них? Вижу ли я с ними? Нет, тебя просто моя мысль. И сам ты должен. Жив они, отправляйся караван с тобой. Спасибо тебе, Великий Раджа, спаситель мой, друг мой. Да и мне же оставаться с тобой. Истина! Шамшип! Храб убит! Кем? Мной! И если ты хочешь избежать той же участи, вырези меня в Марджину и уступи трону. Стража! Арестовать его изменник! А ты, мой друг, потом это пошли!
Я обещаю тебе все исполнить. По законам каравана он имеет право на выкуп. Слышал? Сколько ты хочешь? 1000 динар, если богат. Жди меня, Марджина, а ты, мой друг, присмотри за ним. Брат мой косым, дай мне 1000 динар. Без Марджины я не смогу жить. 1000 динар? Ты простой наложник. Что ж, я дам тебе денег, а ты подпишешь вот эту бумагу о том, что ты отказываешься от всего наследства в мою пользу. Подпиши, косым, ты не просто отдавай на могиле твоего отца, а ты лишаешь брата наследства. Ну, как знаешь. Я согласен. Деньги мне нужны прямо сейчас. Да, и я не хочу, чтобы твоя рабыня ходила в наш дом. Пойдем, Али-Баба, у меня остался только один. Я приглашаю вас в личном доме. Мой дом, ваш дом. Только звезды гаечки, мы разбойники, простые, все, что
завтра. Нет ничего, и ни там, и ни тут. И вряд ли завтра. Ба, голова и руки мои нас спасут. Пойду в лес за дровами. Сенсе, откройся! Чудеса в горах, я вам скажу. Весь зарылся я в дровах и весь дрожу. Что за люди, что в мешках, почему Сим-Сим, что за ястреб одноглазый? О, Сим-Сим, Сим-Сим, откройся. Что за чудо, что все в мешках, в зеркалах? Иди, бери все, что видишь. Стань богатым. Кто здесь? Я дух пещеры Сим-Сим Перри. Иди, бери все. Я, пожалуй, я возьму немного. Ну вот, даже стало еще больше в зеркалах. Сыт я и устал. Сим-Сим, закройся. Да, переводит тюрьма. Нет, Варшина, вышло это так. Горстями. А братья, а Любова, как ты думаешь, как золото меряется? Дурацкими мечтами. Нет, 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 ошибаешься. Вот, убеждаешься. Мерками, бедрами, горшками. Стой, стой, Фатима, останови. Все, косым, прочь. Я даю тебе ночь. Думай, как себе помочь. А не придумаешь помочь, ухожу навеки прочь. Я буду Любове циновки сушить, я буду Любове богатство служить. Я буду женой или рабыней великого Али Баба Баба Бабыни. Thank you.
Кто обидел эти маленькие глазки, как говорила наша бабушка? В моем доме нету счастья, тишина. От меня ушла моя потежина. Лишь тобой моя душа обижена. В моем доме нету счастья, пустота. Что на чертова за ногу? Отчего ты слабака? Моя жизнь свела, как роза. Вся для песков удач. На базаре всем известно. Я богатый, а ты меня. Это мудро, это честно, это правда, это факт. Факт! Признавайся, ворон старый, где украл свои динары? Честная персидская, я тебя зарежу. Слушай, ворон новый, слушай, брат невежа, мне нечего скрывать, я не умею воровать. Все, что смог я закопать, можешь честно отобрать. Вот под эту чинару я зарыл свои динары. Успокойся, все пустяк. Ты богач, а я бедняк. Это мудро, это честно, это правда, это факт. Слушай, вышло это так. Брату пусть дома сидит, за мной после сидит, а то как звать его забудет. Ты сам ты не забудь слова, ведь дверь-то может не открыться. О, тяжелым будет путь за погребом, когда на город с гор ляжет тьма, где золотого мужа Фатима, все мне, и не ходи ходи попом. Да, вот эти дверь как дверь. Эй, Сим-Сим, откройся. Что делается? Багдадские духи, рассадские масла. Хорошо, сахарные бубны, горны, плети, халва, чай, лепешки. Сокровища, сокровища. Я все здесь пойму, мне все здесь надо. Ах, Фатима, ты будешь рада. Да я же мудро упаду, не будь я копну. Косым, эй, ученый дверь, открывайся. Горох, откройся. Забыл. Лёх, Ларенька, Чесночок. Так ты честно, старичок, ты что, совсем без сердца, что ли? Али-баба, открывай, проклятый врунишка. Укроп, я все забыл, забыл навсегда. Али-баба, спасай, братушка. Серёг, откройся! Ой, спасибо. Немножко забыл. Немножко памяти повезло, да. Сим-Сим открылся, вы все сюда и отсюда. Да, тебя зовут разбойник. Я разбойник. Я Сим-Сим. Ты, по-моему, покойник. Эх, эх! Я, Петр, Вика, Ландра, Ветра, Ландра, Ветра, Ваш! Забись ли? Ты кто такой? Вот кто это была? Я добрый вечер, дома. Я, Фатима, нет, я... Муж Фатимы. Нет, я все забыла. Смотрите, Атамана с брак разбойника перекосила. Он стал отказываться. Всем косы. Ой, вспомнил. Меня коснул за дым. Ой, задут косем задут. А вы, Сим-Сим, откройся. Нет. Сорви голова. Не надо. Сим-Сим-Сим-Сам, открой мне дверь. Я больше не буду воровать. Ну, открой мне дверь. Я косым. Закройся. Thank you.
Фатима, и послушай меня, Фатима. И пещера тюрьма, у кого вместо сердца с ума. Пусть мы разные с ним, но теперь-то важнее сто крат, что был братом косым, и навеки останется брат. Он достойный был муж, и к тому же был мужем тебе, и родство ваше не нарушить коварной судьбе. И давай мы о нем лучше песню споем. Приходи же в мой дом и останься, как в доме своем. Бедняк! Зови бедняка! Завтра будет веселый базар! Ей горные волки Косыма! Так я вам сказал! Ты думаешь, я бедный и голодный, и потому худой? Вот Мустафа такой бедняк безродный, он потому худой! Ты думаешь, Али султану неугодный, он потому худой? У меня нет ни талантов, ни пора, ни труда.
почтенный человек, я человек не местный. Брата с детства не видал, но только что узнал, что день того назад Гарат и Гог огрызли волки. Да, похоже, волки, если больше здесь никто не помирал. Так что же, брат? А братья ходят злые толки. Не загрызли, а бандиты. Ну, хватит толков. Ой, дорогой, нет у тебя тюрбана. Вот тебе на память новый, белее снега. Носи на здоровье. Ай, спасибо, добрый человек. Покажи дорогу к брату. Пойдем мы в дом Али-Бабы. Еще наш брат. Живут одной семьей, не зная горя. Вот дом его, смотри. Вот золотой динар. Спасибо, до свидания. Ай, спасибо, добрый человек. Дай шапку, папа, шапку стой на свой шапок. Yeah.
На самом деле, да, заслуживаете, корона не была.